Здесь вам не покажут иронию судьбы, не предложат тазик с оливье и уж тем более не дадут расслабиться. Здесь собираются самые активные, позитивные и нестандартные люди. Вот уже четвертый год подряд мясокомбинат «Велес» предлагает альтернативу традиционной встречи Нового года и приглашает из Старого года убежать. И вот уже четвертый раз подряд курганцы с радостью это приглашение принимают. Задолго до полуночи на регистрацию в пробеге собралось несколько сотен человек. Среди них и заядлые спортсмены, и просто любители активно провести время. Кто-то надел спортивные штаны, а кто-то нарядился под стать празднику. На улице возле спортивного клуба «Велес» за Озерном гостей развлекали веселые Деды Морозы, зажигательные танцоры и голосистые артисты. Конкурсы не заканчивались, а подарки сыпались как из рога изобилия. И вот за 5 минут до часа X под громкие овации был дан старт массовому забегу. Забег от мясокомбината «Велес» стал настоящей новогодней традицией для сотни и сотни людей. Сегодня из 2016 в 2017 бегут большие марки, дети и взрослые, на ходу загадывая самые заветные желания. И точно зная, что они обязательно сбудутся, потому что чудеса, как им и положено, случаются. Стоит отметить, что четвертый забег собрал рекордное количество участников. На момент окончания регистрации было зафиксировано более 1500 человек. Но в забеге участвовало гораздо больше. На большой праздник пришли целыми семьями. И главное, самое, что хорошо, вот бежим, 12 часов, все бегут с Новым годом, друг друга поздравляют люди. У нас хорошие люди, вот по-настоящему добрые, отзывчивые. И вот на самом деле, вот этот формат этого праздника, его надо немножко менять, я согласен. То есть однообразно нельзя никогда проводить. Вот на следующий год будет юбилейный забег, тогда мы будем что-то чуть-чуть менять. Может быть, лыжников ребят еще пригласим, но для этого уже какие-то отдельные трассы нужно будет делать. Какие бы изменения ни готовили организаторы, одно мы знаем точно – новогодний пробег будет и в следующем году. А мы и рады. «Велес» устроил такое вообще грандиозное мероприятие для людей. 1500 – это просто немыслимо на самом деле. Я здесь не из-за Озерного, мы из центра приехали сюда. Но такого Нового года мы еще не встречали, да, дочь? Да. Прекрасное настроение, прекрасная погода, прекрасная организация. Это все здорово, это все красиво, это супер. Очень довольны, очень рады. Вся эта атмосфера, зажигательная музыка, фейерверк, салют. Поэтому не пожалели. И я думаю, и хочу, чтобы это продолжалось еще не один год. Всего-всего самого-самого. Организаторам спасибо большое. Великолепный праздник вообще. Каждый Новый год 31 числа я иду на пробег. Ну и как ты? Ну, в этом году хорошо. Сегодня было гораздо больше человек, чем в позапрошлом году. Никакой толкучки не было. Все было хорошо. Друзья, спасибо вам за праздник за огромный. Курганцы, с Новым годом, с новым счастьем. Курган, самый-самый лучший город на планете Земля. А сегодняшний праздник – это подарок настоящий от Деда Мороза. Спасибо! Вот с таким добрым настроем в дружеской веселой атмосфере встретили курганцы новый 2017 год. Дорогие жители нашего города, нашей области, да и вообще всей страны, с Новым годом! Счастья, удачи, доброго побольше! И все у нас с вами получится!